Всех приветствую на своем канале и про общие тенденции с 11 по 17 декабря хотела вам обозначить, чтобы вы однозначно это заикарили себе. Значит так, существует предел чувств, предел боли, предел прощения, также предел слез и предел ненависти. Поэтому мы можем много терпеть, мы люди. Мы можем много молчать, долго делать выводы. Потом мы просто можем отстраниться. На этой неделе вы можете отстраниться от нескольких людей, которые попадают вот в этот перечень, когда вы уже не хотите терпеть, но в преддверии Нового года. А задумайтесь, может быть, не так плохи эти люди, может быть, это не предел, а просто характеристика этих людей. Что важно именно для вас? Понять, что вот это текущее время, начало недели до 19 декабря, у нас 19 декабря особенная дата. Но вам нужно сейчас понять, с 11 числа вот начнется такой период, что к вам просится. Что к вам просится, приходит само в руки и увеличивается. Это, например, может быть отклик в работе, в своей сфере, да, а может быть, вам несколько раз будут говорить, я там думала, что вы там парикмахер, да, или я думала, вы тренер. То есть люди в течение вот этого периода, они будут видеть то, что вас сильно доминирует. И по этим доминирующим характеристикам вы можете понять, а куда вам, собственно, двигаться. Потому что с этой сферы, например, будет запрос. Я думала, вы строитель, да? Я думала, вы инженер. Не надо пугаться, если вот эта вот профессия, да, вакансия, как бы мы еще ее по-разному не назвали, все равно вывод один. Я думала, что вы врач, да? Но все равно это в глазах людей показывает вашу компетентность. Значит, вам нужны знания, возможно, какие-то дипломы, сертификаты, которые подкрепят вашу компетентность, ну, чтобы вы повесили это на стенку, хотя оно вам как бы и не надо. Но если вы будете делать вот в эту сторону шаги, у вас будет очень большой отклик в этой профессиональной сфере. Поэтому дерзайте. Но дальше перечислю остальное. Также может проситься в сфере, посмотрите, что приходит, общение, дружба, а возможно у кого-то из вас придет любовь. Настоящее, искреннее. Вы можете сразу не поверить, не вести, как бы не посмотреть на это серьезно. Но вполне возможно, что именно вот эта неделя с 11 по 17 вы встретите, вы захотите, вы будете общаться с человеком, который вам и по судьбе, и который вас уже любит. То есть возможно, кто-то из вас не верит в любовь с первого взгляда, но тем не менее, раз про нее много говорят, она есть и она существует. Если с вами это не случалось, то есть в вашем сердце не было любви с первого взгляда, то у другого человека это вполне возможно может произойти по отношению к вам. Ну и кто расставался, тоже посмотрите с этой стороны, что вам идет сейчас в этих отношениях. Закончить, разрушить, что-то испортить, уйти в тень, перестать общаться – это самый легкий вариант. Но нужно всегда понять причину или нужно понять следствие или почему нет. И опять же, да, то, что я в начале видео сказала, либо вы долго терпели, и это уже был предел, и уже нет смысла говорить об этом, либо все-таки вы понимаете, почему и к чему вас это учит. Дальше. Обратите внимание, может быть, у вас будет на этой неделе с 11 по 17, да, сближение с кем-то, частые встречи, частые соприкосновения, да, ну и очень много, и вообще большой процент доли вероятности, что у вас, возможно, сфера деятельности, также место жительства и совместное место проживания, жизни, да, там пойдете вы в ЗАГС или нет, это уже сугубо личное дело каждого, но вы можете решить, что да, это мой человек, я могу с ним
пойти рука в руку, и вы можете вместе жить. В общем, в этот период суть в том, что к нам начинает проситься само то, что должно быть и должно проявиться в вашей жизни. Как бы пришло время. Потому что у кого-то это было, что-то давалось с трудом, да, затрат сил, энергии. И было напоминание одностороннего движения. Но вот в период до 19 декабря эта неделя у нас важная, и мы должны обращать внимание, что просится к нам в жизни. Сейчас по знакам зодиака нет смысла говорить, а я говорю про важный период, который может конкретно повлиять на вашу судьбу и направление вашего будущего, потому что все мы хотим жить хорошо, отлично и еще лучше. Никто не родился для того, чтобы мучиться и отвечать за какие-то несусветные ошибки и непонятные причины доли вероятности. Поэтому, если вам понравилось видео и пошел отклик, да, и вы теперь поняли, что вам нужно делать, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мои контакты внизу под видео. Если есть какие-то вопросы, вы можете задавать их всегда в комментарии, и я обязательно отвечу всем. С любовью, Каролина.